Ну вот, как мы давно планировали, выбрались мы на природу. Как раз выпал первый снежок. Вот. Александр разжигает костер. Сергей в это время пилит дрова и тестит новую пилу. Сейчас мы подойдем и посмотрим, как это что у нас выглядит. Оба-на! Офигенно! Офигенно! Так, ну что, выбираем мы самый сучок хорошенький. Вот он, классненький. Как раз нам толще они не нужны. И смотрим на сие мероприятие. Готово. Охрененно. Так. Ну ладно, все. Ставим на паузу и идем готовить стол.